Этот день – знак глубочайшего уважения россиянам, исполнившим служебный долг за пределами своей страны, символ преклонения перед теми, кто, рискуя собственной жизнью, помогал дружественным народам отстаивать свободу и независимость своих государств. Традиция бережного сохранения памяти о героях, защищающих Отечество, установилась еще со времен старой русской армии. С годами эта традиция была перенесена и на тех, кто добровольно или по долгу службы помогал предотвращать и ликвидировать междоусобные и межнациональные конфликты, участвовал в миротворческих операциях, вооруженных столкновениях и локальных войнах, выражая солидарность с братскими народами, борющимися за национальное освобождение и независимость своих стран, наши миротворцы, воины-освободители, воевали в десятках странах мира. Героизм не имеет границ, и со времен Великой Отечественной войны около миллиона советских и российских солдат и офицеров это доказали. Бесстрашные люди, являющиеся примером отваги, неподкупности, чести, духовной силы и безграничной любви к родному государству. Настоящие герои, верные долгу и присяге. Они вступали в борьбу с неприятелем, предотвращали любые поползновения врага в сторону своей страны. День ветеранов боевых действий – события, сопровождающиеся болью за тех, кто не вернулся домой, кто отдал самое ценное – свою жизнь, исполняя долг перед Родиной. Уважаемые ветераны боевых действий, поздравляем вас с Днем памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. Мы помним и разделяем боль и горечь утрат, гордимся и отдаем дань глубокого уважения солдатам, сержантам, офицерам и всем тем, кто проявил отвагу, храбрость, мужество и истинный патриотизм. Спасибо вам и низкий поклон.